У него попали 45 бутылитров. Вторая рана еще хуже. Так что неплохо было бы отвезти его в больницу. Если им немедленно не заняться, то он долго не протянет. Ладно. Ах, черт! Такое бывает только со мной. Господи Иисусе, здесь трупа! Не сдавайся, дружище! Ты скоро будешь у врача, и он сразу же поставит тебя на ноги, обещаю! Здесь! Стой! Большое спасибо! Ладно, все хорошо. Сейчас доктор тебя... Весь автомобиль кровью заляп. Надеюсь, у Луки достаточно мыла.
порядке? Да, он врач, с ним все будет хорошо. Фу, у меня камень с души свалился. Он хороший парень, теперь я у тебя в долгу. Как бы то ни было, у меня есть хорошая вещица для тебя. Вдобавок ее нетрудно получить. Без крови? Нет, не волнуйся, на многоэтажной стоянке на центральном острове есть прекрасная спортивная машина. Просто иди и возьми ее. Замки? Ничего особенного. При твоем умении это проще простого. Только смотри, чтобы охранник на стоянке не вызвал полицию. Ладно, спасибо.
Это было непросто. Мы заполучили Морелла в нужном месте. Остается последний шаг — уничтожить его. В его кварталах процветают воровство, грабеж, шантаж, незаконные лотереи, и горные притоны и бордели растут, как грибы. Но в чем же главная проблема? Наркотики? Хрена с два. Проблема в том, что мы не получаем с них ни цента. Все это переменится, как только мы избавимся от Морелла. Его организация развалится, и все его мелкие жулики, воришки и бандиты перебьют друг друга без сильной руки, которая наводила порядок. Сегодня мы наконец-то сможем убрать ублюдка раз и навсегда. Полли разработал план. Точно! Мои информаторы говорят, что его можно изловить. Морелло очень осторожен и почти никогда не показывается на людях. Разъезжает в бронированном лимузине, прямо как улитка в раковине. На сегодня он вылезет наружу. Он идет в театр, чтобы пообщаться со сливками общества Lost Heaven. Мы поедем туда и дополним спектакль. А не рискованно ли? Рискованно. Но это единственная возможность грохнуть его на публике и всем показать, чего мы стоим. Вот как мы это сделаем. Подождем, пока не кончится представление. Люди начнут выходить. Соответственно, начнется толкотня. Пока Морелло будет пытаться выбраться, его гориллы вряд ли смогут заметить нас до того, как мы убьем его. Позаботьтесь о том, чтобы не привлекать к себе внимание. То есть не стреляйте. Достаньте оружие только когда увидите его. Думаю, я его хорошо запомнил. Это будет несложно. Морелло любит белые костюмы, а их немногие носят в наши дни. Возьмите себе по Томпсону у Винченцо. Ждите у входа в театр на Центральном острове, пока Морелло не выйдет. И вперед. Представление заканчивается в 9 часов. Не опоздайте. На этот раз должно сработать. Ну, вперед. Заметано, босс. Ну, погнали. Винченцо, сегодня нам понадобится тяжелая артиллерия. Мы собираемся замочить Морелло. Ну, я думаю, что 600 выстрелов из старого доброго Томпсона сделают свое дело. С другой стороны, можете поддержать традицию и использовать для такой серьезной работы сицилийское оружие. Что тебе нужно?
происходит? Ты почему остановился? Я не знаю. Машина вдруг заглохла. Мать, мы почти взяли его. Сэм, давай, мы еще можем успеть. Но вылезай из машины и за ним. Мы постараемся и так далее.
Вы с Сэмом будете стрелять. Давай ты, куча дерьма, ну же! Черт, Полли! Проклятие! Вот срать! Господи, ну и влипли! Проклятие! Вставай, пошли домой! Господи боже! Что это? Да хоть черта здесь происходит! Ты почему остановился? Черт, Полли! Вау! Yes! Yes! Как ты починил машину? Лучше Сэма спроси. Почему ты не механик, Сэм? Грязная работа не для меня.
нас перед баром, а сам поезжай. У меня еще есть дела, Сим. Зайду попозже. Thank you.
Привет, Томми. Привет. Есть что-нибудь для меня сегодня? Ну, сегодня была одна мелкая накладка. Что случилось? Ну, понимаешь, ребята оставили тут машину, за которой охотились полицейские. Мне хотелось бы побыстрее от нее избавиться. Почему они сами ее не утопили где-нибудь? Понимаешь, мы вроде бы с ними договорились. Все должно было пройти чисто, но пошло наперекосяк. Они были расстроены, вот и оставили ее здесь. А что мне за это будет? Отличная немецкая спортивная машина. Ради этого стоит рискнуть. Пойдет. Что мне нужно сделать? Все очень просто. Отгони машину к обрыву за городом и сбрось ее вниз, в море. Ясно. Но если полицейские тебя засекут, будут неприятности. Тебе придется стряхнуть их. Ладно.
Ладно, а где машина? Этот парень недавно пришел и забрал ее из гаража. Он сегодня собирается обедать в гриль-баре Роя. Это в деловом районе, недалеко от ресторана Пепе. Если поторопишься, то еще застанешь парня с машиной там. Что с тобой сегодня случилось? Раньше ты не обижал клиента. Этот исключение. Он уже очень давно мне не платит. Я сделал для него кучу работы и до сих пор не получил ни доллара. Один бог знает, чем он занимается. Но на этот раз он сделает доброе дело. Заплатит мне и одновременно позволит отплатить тебе за услугу. Ты лучше иди, опоздаешь. Спасибо, уже иду.
Значит, ты убил Морелло. Должно быть приятное чувство, а? Мы праздновали победу. Сальери обалдел от радости, конечно. Фактически мы управляли всем городом, и казалось, что кровопролитию пришел конец. Некоторое время я ходил королем, пока меня не отрезвила одна мысль. Если обычный парень вроде меня смог убить самого крутого человека в городе, помогла ли ему его сила? Черт, если бы он не был таким крутым, возможно, был бы жив до сих пор. Я подумал, что как бы ты ни был силен, всегда найдется кто-то сильнее и грохнет тебя. И что за вывод ты сделал? Жадность — дерьмо. Когда у тебя нет денег, ты думаешь, что тебе хватило бы ерундовой зарплаты. Потом ты понимаешь, что надо бы завести хорошую машину. Получаешь классную работу, повышение, но на самом деле уже мечтаешь забраться еще выше. Не успеешь оглянуться, как уже метишь в президенты Соединенных Штатов и мечтаешь выиграть войну с немцами. К счастью, вряд ли тебя выберут. Плюс к тому, вся эта гонка с наступанием друг другу на пятки имеет один изъян. Все время приходится смотреть, как бы кто-нибудь не наступил на пятки тебе. Так что я крепко задумался, не сменить ли в жизни приоритеты. Прям как по книжке. Да хоть обсмейся. Знаешь, что было последней каплей? Это. Что это? Снято в 1920-м. Старик Дон Пеппоне. Двое младших. Сальери и Морелло. Это фото убедило меня в том, что такой образ жизни разъедает душу. Морелло и Сальери были друзьями, и оба они при власти Пеппоне были авторитетом. Но в 20-х они за что-то убили Дона Пеппоне. Довольно странно, Сальери до сих пор восхищается этим парнем. После этого они поделили город. И каждый правил своей половиной. Но потом они друг другу поперек глотки стали. А я кончил тем, что стал орудием Сальери в убийстве его лучшего друга, избавив его от того, чтобы глядеть Морелло в глаза. Мне пришло в голову, что мои друзья и те, кого я люблю, такие же. Что когда-нибудь я повернусь к Полли и обнаружу, что смотрю в дуло пистолета. Я ни в ком не мог быть уверен. Ни сверху, ни снизу. Но ты же каждый день рисковал жизнью. Быть боевиком мафии не мед, судя по твоему рассказу. Одно дело, когда ты живешь одним днем, когда ты полон энергии и бьешься не на жизнь, а на смерть, рядом с тем, кто тебе как брат. Вы просто два бойца, которые знают, в чем их долг. И все зависит от способности выживать. Это война. Постоянное чувство, что ты не можешь доверять даже другу, ужасно. Ты один, и смерть может явиться откуда угодно. Я ночей не спал, размышляя, была ли шутка моего лучшего друга просто шуткой. Или это был намек на мое собственное устранение. Человеку нужен кто-то, кому можно доверять. Этого парня меня тошнит. Контролирует половину борделей в городе и ни гроша нам не платит. А потом заявляет, что он покончит с преступностью в городе. Конечно, мне глубоко положить, что он там болтает. Но он со своими шлюхами пытается пролезть даже на мою территорию. Мне кажется, пришло время закончить его политическую карьеру. Поскольку выборы будут еще не скоро, придется сделать это вручную. Я не знаю, босс. Нам что, мало насилия за последнее время? Я боюсь, что это добром не кончится. Томми, мы почти взяли город в руки. Он единственное, что стоит у нас на пути. Хотите, чтобы его завалили на публике, как Морелло? На публике, да. Но не как Морелло. Помни, что убрать политика и замочить гангстера – разные вещи. Нас не должны связывать с этим делом. Сплетен и страха для наших целей вполне хватает. Итак, как мы собираемся это сделать? У мистера Сьюера сегодня митинг в парке на маленьком островке у центрального острова. Единственный путь отступления лежит через небольшой мостик, что должно было представлять проблему. Но у Винченцо есть идея. Он взял армейскую винтовку и приспособил к ней оптический прицел, так что стрелять из нее теперь можно гораздо дальше. Не придется даже попадать на остров. А где же я буду? Прекрасный вид на мэра откроется с центрального острова из башни старой заброшенной тюрьмы на его северном конце. Весь парк будет перед тобой как на ладони. А с этой винтовкой ты
ты спокойно поймаешь его на мушку, не привлекая к себе внимания. Похоже на неплохой план. Отлично, поговори с Винченцо и возьми винтовку. Окей, босс. И запомни, Томми, ты должен сделать это издалека, так, чтобы тебя никто не видел. Скорее всего, у тебя есть один выстрел. Если не грохнешь его сразу, его прикроют, и задание будет сорвано. Я понял, босс.